APL – огромная сетевая компания, в которой уже более 250 тысяч партнеров по всему миру. Кто руководит этой махиной? Какой команде под силу обеспечить комфортную работу дистрибьюторов разных возрастов и национальностей? Знакомьтесь. Сильная. Сплоченная. Яркая команда, для которой нет ничего невозможного. Эти герои возглавляют 5 отделов и 6 департаментов компании. Встречайте! Катерина. Пиарщик 99 уровня. Лучшая в своем роде. Считает, что нет сложных задач, есть задачи интересные и требующие оригинального подхода. Владимир. Коммерческий директор компании. Внимателен. Точен. Пунктуален. Контролирует документацию офисов по всему миру. Эльвира. Руководитель департамента финансов. Все многомиллионные обороты компании проходят под ее контролем. Уравновешенность, внимательность, логическое мышление. Борис. Возможности безграничны. Связи повсюду. Легальность и оперативное управление – его главный козырь. Поставки и даже функционирование завода – это на нем. Константин. Мгновенно решает любые задачи на благо партнеров компании APL. Его департамент – это очень талантливые и разносторонние ребята. Выдержка, точность, умение быстро обрабатывать информацию – вот их исключительные качества. 250 тысяч партнеров круглосуточно чувствуют поддержку его отдела. Александр. Главная опора руководителя РЦО. Его большой предпринимательский опыт определяют его главную цель и задачу – помочь компании реализовать свой огромный потенциал и открыть новые перспективы развития. Ольга. Королева креатива. Можно просто королева. Ее отдел самый большой в компании. Более 40 сотрудников самых разных профессий. Фотографы, операторы, журналисты, ивент-менеджеры в разных уголках планеты. Сергей Куликов, президент и основатель компании APL. Его девиз «Хватит мечтать, пора действовать и по-настоящему зарабатывать». Он тот самый главный дирижер, благодаря которому инструменты превращаются в оркестр. Руководство компании APL. Они такие разные, но вместе это мощная сила, не имеющая преград на своем пути. Дело всей их жизни. APL.